А кто-то вообще страдает. Кто там всякие вкуснятины едите, а кто-то вообще не кушает. Ну, еще один. Кто на диете? И я на диете сижу. Вообще такой жирный стал. У меня язва открылась. Вот это плохо, парень. У меня тоже гастрит, блядь, я мучился. Пришлось отказаться от жареного, от всего вообще чисто вареное ем вообще, ну, заебись, чувствую себя. Ну вот, опять призрак. Подожди, он, кажется, пофармить хочет. Ты пофармить хочешь? Хочешь пофармить? Он застрял. У него, короче, наполовину он появился в нашем мире, а наполовину нет. Все, мы пошли фармить. Пойдем фармить. Пойдем туда, вон туда. Пошли. Будешь фармиться? Перевертыш. Он не хочет фармиться, сука. Ты что, урод что ли? Давай пофармимся, заебал. Так что, генераторы не заводить до конца? Почему? Заводите все. Конечно. Слушайте, он что-то не хочет от меня отставать вообще никак. Боюсь. Надеюсь, не в дом. Бэмби не хочет сдаваться. Сдавайся, Бэмби. Ну и почему он там не пришел? Может, это не потому что я его кое-как спасил. Ну, мне показалось, что сначала фармиться хочет, но он не хочет фармить. Он все-таки вылез из инвиза и... О, нет. У тебя что, с одного удара? Я сполз. Нехороший момент. Не бегайте, вы бегайте, я сейчас тут тебе поломаю. Я подожду. Скажешь тоже. Подлечишь меня, ладно? Ребят, я на давай, я даже, при... я даже чё, прервусь. Я на крюке. Не, а? Я чё? Так не культурно говорить. Парень. Смотрит. Смотрит. Нам девушка вообще-то играет. Смотрит. Пардон. Смотрит. Кто смотрит? У меня походу это одно. Так, давай. Продолжай. Давай, я специально не буду чинить. Он в инвизе, можно подойти снять, но он близко. Здрасте. Так, ну что, пойдемте. Ушел. Разводить его. Идите его, спасайте. Ушел. Он рядом, в 30 метрах. В доме. Да, я понял. Но я первый попробую. Давайте. Так, он за мной бежит, так что не спасай. Отложу. Мне показалось, он за мной бежал. Ну, я иду, Сашка, я иду к тебе. Ну, Сашка. Сашка. Иди, он дальше. Привет, Сашка. Нет, это не Сашка. Все, обратно возвращается. Стоять. Я не дал ему пройти. И он, походу, меня на крюк насадит. Ребята, неплохо. Че, я единственный, у кого есть кеды? Так, ну пускай, пока он там тебя насаживает. Не, все в порядке, я убежал. Ёбушки, воробушки. Пошел вон. Прям. А, ничего бывает.
Он за тобой бежит? Я не знаю. Давайте подлечу. Да не, в порядке. А, ну, сюда идет, кстати, аккуратно. Отвлекай, отвлекай. Хрен тебе! Что, за мной? Ну, за мной так, за мной. Блядь. Я дочиню. Хуй. Хуй. Обратно идет, даем. Иди под хилию. Я сзади тебя. Привет, малыш. А ты знал о жестах? Вот таких вот. У меня не до них. А есть еще такой жест. Иди сюда, Тик. Что-то я сегодня какой-то игривый, пиздец. Так, ну что, давайте опустим этого черта, чтобы никто не сдох вообще. Да ему походу на все насрать, он бегает просто за мной. Блять, он здесь рядом, он здесь рядом, у меня перк срабатывает на его обнаружение, он вот в доме там. Может успеем починить немного? Я заманшу тогда. Давай, я рядом. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Сейчас к воротам бежим. Где? Вон там, самое оно. Так, что-то он, кажется, за мной решил приухлестнуть. Не-не. Он пошел в другую сторону совершенно. Надо бежать быстро. Открывайте там ворота. Он уже сюда приехал. Ой-ой-ой, прямо встреча побежала. Я постараюсь открыть. В другой стороне. Вот так я попался, короче, когда Сашка мне писал, чтобы я к вам присоединился. Я один единственный остался, все генераторы один включил. И побежал. Ну вот смотри, он подбегает, вот он идет сейчас. Но он не успеет меня задрать. Раз, два, три. Сейчас ворота открываются, и у него просто удара не хватит. Все, покеда, чувак. Фу. Одни ворота открыты, если что. И вторые тоже. Ну, слава богу. Кого ждем? Спасибо большое. А все завели? У дома там. В углу. А второе не знаю. Вот ты какой, а? Ладно. Да бегите быстрее, а то ливнет. Сейчас обидится. Убежал. Не, персонаж мой. Но показано, что убежал. Так, а он побежал в другую сторону. Я буквально развернулся и все, и убежал как бы. Ну да, это при этом мой персонаж побежал прямо к воротам. Ладно, я ухожу. Сейчас попадешь? Сейчас попадешь. Кофе нет. Кофе нет. Да нормально, у него нет перка на один удар. Да. Немного. Потому что я ее с утра не могу много съесть. Я готов, ходи, пёк. Кир, что там? Ты ищешь генератор или что? Ушла? Нет, я ушла. Всё понял.
профессионально. Он 20-го ранга был, но ничего не было, к сожалению, так что... Не шанс.